Всем привет! Вы на канале «Современные родители». Сегодня у меня на обзоре устройство, которое может стать помощником при борьбе с насморком у детей. Это аспиратор Pigeon. В видео рассмотрим характеристики. Любая обратная связь приветствуется, поэтому делитесь комментариями и не забывайте про лайки. Чтобы быть в курсе выхода новых роликов, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Подборку ссылок на магазины с лучшими ценами и актуальным наличием вы найдете в описании. Итак, поехали! Легкое, безопасное и деликатное очищение слизистой носа детей с рождения. Аспиратор разработан совместно с ведущими врачами-отоларингологами Японии. Откачиваемая слизь попадает и скапливается во флаконе. Не попадает обратно в трубочку. Мягкий U-образный наконечник не соприкасается со слизистой носа. Позволяет без труда очистить содержимое носика малыша при помощи взрослого. Благодаря мягкой силиконовой трубочке возможно использование под любым углом. Удобство и безопасность в использовании. Интенсивность очищения регулируется с помощью всасывания через силиконовую трубочку. Нет необходимости в использовании дополнительных фильтров. Материал – полипропилен, не содержит бисфенол А. Идет в комплекте с футляром для гигиеничного хранения. Во избежание попадания слизи через трубочку необходимо, чтобы корпус аспиратора располагался вертикально, ниже носика малыша. Можно стерилизовать путем кипячения 3-5 минут. В паровом стерилизаторе, следуйте инструкции стерилизатора, в СВЧ-печи с использованием специальных приспособлений для стерилизации, а также с помощью специальных химических средств. Я изучила отзывы пользователей данного прибора и хочу представить вам основные плюсы и минусы. Сначала расскажу об отрицательных моментах. Содержимое постоянно попадает в рот. Высоковата цена. Короткий наконечник. Хотелось бы чехол побольше, чтобы не разбирать. Малый объем приемника. Качество материала. Теперь перейдем к положительным. Хорошая легкая конструкция, удобно разбирается и моется. Хранится в пластиковой коробушке, можно стерилизовать. У аспиратора мягкий носик, не навредишь малышу, который мотает головой. Хороший, со своим делом справляется на отлично. Поток всасывания самостоятельно регулируется. Сделано качественно, никаких зазубринок, шероховатостей. Мягкий носик, не нужны никакие дополнительные насадки. Мой обзор подошел к концу. Теперь самое время поставить лайк и подписаться на канал. Не забудьте включить колокольчик, тогда вы точно будете в курсе выхода новых роликов. Делитесь вашим мнением и опытом. С удовольствием отвечу на вопросы в комментариях. Напоминаю, что в описании оставлю ссылки на лучшие цены. Будьте здоровы и до скорой встречи на канале «Современные родители».